Всем привет, меня зовут Тимур. И на данный момент, благодаря учебному центру Real Science, я стал студентом Восьмистерского лицея в Ташкенте. В свою очередь, тоже хочу выразить большую благодарность и радость в то, что мой сын поступил в Восьмистерский лицей, в лицей Интерхаус. В первый день, когда я пришел на урок математики, нам сразу дали контрольные тесты и состоял из 15 вопросов. На первый тест я решил 7 вопросов из 15 правильно. И после этого по результатам тестов нас распределили по группам. И это, я думаю, благодаря тому, что лицей имеет очень богатую именно учебную базу. Потому что я, как бывший педагог, хочу отметить, что данный лицей очень оснастил именно учебными пособиями, именно по тем, которым непосредственно нужно для подготовки в эти лицеи. И когда мы сравнивали поступление в Интерхаус и в Вестминстер, конечно, в Вест было намного сложно поступить, но та база, которую дали здесь, этого было достаточно. Почему? Потому что, как я говорила, в телеграм-каналы всегда были высланы все необходимые учебные материалы, то есть какие-то конструкции по тому же английскому, какие-то формулы по математике, то есть какие-то книги, то есть основа учебная, основа она была вся дана. Хочу вкратце рассказать о том, как мы нашли и как мы остановились на данном центре. В прошлом году, в августе месяце, я начала анализировать все учебные центры нашего города. И самые основные и более собирали большее количество отзывов, это был, значит, учебный центр 5 с плюсом и Real Science. Я не поленилась, я пошла в каждый учебный центр, я посидела на каждом пробном уроке. И единственное, центр, в котором мне понравился, дружелюбная атмосфера, компетентность учителей, психологический подход, индивидуальный подход к каждому ребенку, это был только Real Science. Поэтому всем советую. Каждый урок проходил особенно. На каждом уроке можно было узнавать много нового, но так как Окелокя очень веселый и жизнерадостный учитель, уроки скучно не проходили вообще, не было времени никогда скучать. И еще хочу отметить самый большой плюс данного центра. Велась непрерывная работа и контроль непосредственно руководства учителей, сотрудничество мое как родителя и центра. У нас был специальный канал, в котором был полный отчет всех работ моего ребенка, то есть это контрольный, по которому я могла отслеживать, то есть мониторить, да, его знания. Да, были иногда спады, были и плюсы, но я видела вот это развитие, плюс были всегда, я была всегда в курсе всех домашних заданий, которые были даны, и то есть в Real Science вовремя учителя оповещали нас, меня в частности, да, о каких-то проблемах, возможно, то есть где нужно ребенка подтянуть, где нужно его как-то направить, воодушевить, потому что заниматься год упорно, так усердно, как занимается здесь, потому что здесь учеба была достаточно плотной и усердной, было нам тяжело именно умственно. И слава богу, что мы справились. Хочу отметить ваш неоценимый труд и вклад в знания и в жизнь моего ребенка. Спасибо вам большое, что вы помогли нам реализовать наши мечты, наши цели. И с помощью вас мы достигли. Особую благодарность я вам выражаю руководству вашего центра, это Мансур Акя, учителю математики Акил Акя и учителям английского мисс Рози и мисс Малике. Спасибо вам большое. Как говорится, мечты становятся реальностью. Real Science. Мечты сбываются.